Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Покровительство Венеры дает этим людям неоспоримые преимущества. Как правило, они очень привлекательны и пользуются успехом у противоположного пола с юности до весьма преклонного возраста. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Партнерам этой личности стоит учитывать также, что люди, управляемые Венерой, не выносят разногласий. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Им, как воздух, требуется впечатление, возможно, застенчивость. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Эти люди умеют организовать других людей. Люди, имеющие букву «З», в имени чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.